Особое внимание во время профилактических бесед сотрудники полиции уделяют наиболее незащищенным и доверчивым людям пожилого возраста. Чтобы еще раз напомнить о том, что мошенники никуда не делись и продолжают обманывать граждан, полицейский посетил садовые товарищества, расположенные на вверенной территории. Сотрудниками полиции на постоянной основе с гражданами проводятся профилактические беседы о способах и видах совершения мошеннических действий. А также проводятся беседы о сохранности ценных вещей с целью недопущения совершения кражи. Стражи порядка беседуют с садоводами, раздают памятки с информацией о наиболее распространенных видах дистанционных мошенничеств. Участковый уполномоченный также напомнил дачникам и о банковских аферистах. Настоящие сотрудники финансовых учреждений никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС-сообщениях.